Ну а мы идем дальше. Какими бы сверкающими ни были музыкальные звезды, не всем из них суждено перейти в разряд легенд. Только самая проникновенная музыка останется в памяти. И среди них, конечно же, песни выдающегося Фрэнка Синатры. Он вдохновил огромное количество людей выбрать сцену для своего будущего. Как это часто бывает, среди последователей оказываются родственники, например, племянник певца Том Синатра. В преддверии своего концерта в Московском доме музыки он посетил город Видное. Ведущий телеканала «Видное ТВ» Олег Федоров пригласил итальянского маэстро принять участие в передаче «Квартирник». Сегодня Олег у нас в студии и наверняка поделится впечатлениями от съемки этой передачи. Да, действительно, Татьяна, к нам на телеканал «Видное ТВ» приехал знаменитый Том Синатра, племянник Фрэнка Синатра. И что отрадно, я во время программы увидел в нем не только суперисполнителя на гитаре, но и замечательного человека, собеседника. У него не планировалась встреча после «Квартирника». Еще одна встреча не планировалась, но к нему подошли, попросили приехать к детишкам с ограниченными возможностями. И он тоже для них сыграл, да? И он тоже для них сыграл, приехал к ним в гости, он для них поиграл, попел. Я думаю, что такого подарка вот никто от него вот не ожидал. Я так понимаю, мы теперь вышли на международный уровень? Ну, это действительно так. Я абсолютно точно могу сказать, что звезды такого уровня к нам на телеканал еще не приходили. И более того, после Тома Синатра к нам в гости уже 2 декабря в программу «Квартирник» приходят оперные звезды. Это сирийская исполнительница, сопрано Талар де Кармаджан. И вместе с ней будет выступать итальянский оперный певец, тенор Фабио Андреотти. Ну, поверьте мне, это звезды действительно приличны, я бы так сказал, величины. И очень отрадно, что телезрители нашего телеканала «Видное ТВ» увидят их, что называется, вживую, в прямом эфире. Это будет завтра, сразу после вечернего выпуска новостей. Ну а сейчас давайте посмотрим сюжет, который сняли наши корреспонденты в тот день, когда Том Синатра посетил телеканал «Видное ТВ». Том Синатра в пятерке лучших гитаристов мира. С концертами объездил всю планету. Уроженец Сицилии, наследник музыкальных традиций своей родины. Но ими не ограничивается. Племянник Фрэнка Синатры. Том виртуозно исполняет хиты легендарного певца, давая им новое свежее звучание. В Москве уже 4-й раз. В этот приезд Том принял участие в передаче «Квартирник» на телеканале «Видное ТВ». Para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Том уже давно стал человеком мира, но сохранил прочную связь с культурой Италии. В его уникальной манере игры собственные эксперименты сплелись с традициями итальянских мастеров мандолины, классической школы шестиструнной гитары и испанскими техниками фламенко. Цель моей очередной поездки в Москву – это представить мою музыку, мое исполнение. Мне очень нравится приезжать в Россию. Русские очень похожи на итальянцев. Они очень романтичные, музыкальные и эмоциональные. Это то, что нас объединяет, и меня это очаровывает. В результате многих лет концертной деятельности, изучения музыки, Том выработал свой уникальный стиль. И это делает его не похожим ни на кого другого. Но самое главное, его исполнение находит отклик у публики. В феврале 2015 года мы ездили первый раз на гастроли по России. Это был город Новосибирск, где нас очень тепло восприняли. И сейчас мы продумываем тактику, стратегию, как сделать большой тур по России. Ну, сейчас как бы немножко сложная экономическая ситуация в стране. Нам пришлось отложить на 2016 год. Надеюсь, что в 2016 году эти планы у нас все-таки воплотятся в жизни, и все это произойдет, и зритель увидит Тома Синатра по всей России, во всей красе. Больше всего Том Синатра ценит в людях открытость, огонь и радость в глазах. Именно это и дарит его темпераментная музыка с нотками сицилийского джаза. Смотрите «Видное ТВ». Смотрите «Видное ТВ». Justo. Наталья Буслаева, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, «Видное ТВ».